Всем привет, дорогие друзья, с вами Даридия, и сегодня у нас будет донат на игрушку Аватария. Ну что ж, давайте таки возьмем золото. За 20 голосов можно взять лучшая цена. Давайте возьмем. Не забывайте, ребят, ставить палец вверх этому видео. Также, если я прослежу, если видео будет хороший просмотр набирать, много пальцев вверх, то мы с вами продолжим делать донат. Можно 55 тысяч взять серебра за 50 голды. Ладно, пока что так оставим, что у нас тут задание нам дают. Ладно, сюда потом зайдем. В общем, закрываем. Давайте немножечко разберемся, что тут да как. Есть какой-то вестник. Все самое интересное из мира Аватарии. Новый обмен, новые возможности. Время обманов и мошенников позади. Мы представляем вам новую систему обмена подарками и вещами. Так. А тут много новостей, можно будет, кстати, почитать. Такая газетка. Газетка новостей. Тут свадьбы и чего только нету. Интересно. Может, с кем-нибудь тут отношения заведем, посмотрим. А, переодеться. Что у нас тут? Давайте нормально оденем нашего парня. Что-то он как-то хреново выглядит. Давайте майку. Майку оденем. Вообще, я, наверное, в магазин что-либо сходил. Переодеться, инвентарь, мастерская, приятели, награды, так, рейтинги, задания, места, редактор комнаты, твоя квартира, комфорта 162, VIP статус. Вроде должна быть какая-то акция за два голоса. Там что-то 30 голды и 3 дня VIP. Но я ее не заметил. Так, поддержка, снимок, вестник. Магазин, вот он, магазин. А места доступны только с 15 уровня. Магазин, магазин. Так, это потом. Мебель, техника, подарки, приколы. Хорошо, профессия. Я, ребят, давно не играл в игрушку, поэтому я, может быть, как-то туплю, делаю что-то не так. Ну, я думаю, если вам игра понравится, если много будет пальцев вверх и просмотров, мы с вами будем ознакомливаться с игрой и со временем научимся. Колесо фортуны. Голодный сундук какой-то. Давайте начнем с колеса фортуны. Я думаю, это всем нравится. Так, идет загрузочка. Сейчас посмотрим. А, все, я понял. Давайте добавим. Сколько мы добавили? Эй, я же вроде добавил. По-моему, с меня сняли голду, нет? Как мне показалось. Один раз бесплатно можно крутануть. Так, тридцаточка есть. Хорошо, потом будет банкрот все хуже и хуже. Все сложнее и сложнее. Но мне просто интересно посмотреть на это. Сколько я, 12 раз могу крутить, что ли? Джекпот есть, нифига себе. Вот бы выпал нам джекпот. Еще сложнее. 70 можно сейчас забрать серебра. Можно стать банкротом. Вот как сейчас я. Ага, к сожалению, проиграл. Играем снова, продолжим. Это сколько раз я могу крутануть, что ли? 12 раз. Крутим. Вот, да, 11 раз, 11 рулетки еще осталось у меня. Сейчас мы посмотрим. 40. Крутим дальше. До скольки раз можно, интересно, крутить? Мне просто интересно. Давайте покрутим. Ну, если много сильно выиграем, тогда, я думаю, стоит забрать выигрыш, наверное. Обидно, конечно, проигрывать. Так, а тут нельзя, как в Агарио, сразу, чтобы автоматически выпадало. Или сам, наверное, азарт, интрига. Банкрот. Что-то я вообще... Один банкрот у меня. Продолжим. А, джекпот 2000. Угу. Ну, не так уж много. Ну, конечно, хотелось бы собрать, почему бы нет.
50. А золото тут есть, нет? Тут золота-то нету. 25. Это мало. Нужно хотя бы больше 100. Шанс банкрота, я так понимаю, 50%, да? Или чуть поменьше. Ну и мне выпадает банкрот постоянно. Ладно. Крутим. Ну все, давайте последний раз уже крутим, потом докрутим эту рулетку. Поставим. Я думаю, уже не должно пропасть ничего. Если хотите крутить рулетку, пожалуйста, пишите, можно будет покрутить просто. Не так уж это и дорого. Игрушка вообще, ну, недорогая, мне кажется. Всем доступна. Джекпот! 150. Сейчас будет интрига, ребят. Мы постоянно проигрывали. Давайте один раз крутанем и посмотрим, что будет. Если нам повезет, мы заберем выигрыш. Если нет, то нет. Хотя выигрыш достаточно, я думаю, крупный. Мне, как всегда, не везет. А еще один раз могу крутануть. Ладно, пригодится на следующий раз. Давайте уже заберем свою награду. И выйдем. Выйдем отсюда. А покупка набора. Старая цена. Новая цена 150. Тут и мебель, и все подряд, короче. Плюс 232 к этому к рейтингу, да? Давайте купим. А что, будешь меняться? Что на что? Список предметов пуст. Давайте не будем. Да, обменяемся. Так, за 97. Познакомиться. Давайте познакомимся. Ладно, возьмем. Пофиг. Зато теперь сможем купить. Вы издеваетесь? Маленький уровень? Ваш уровень слишком мал. То есть мне нельзя это купить, оказывается. Да, хорошо. Ух ты, спасибо. Давайте примем. Прикиньте, ребят, зря я это все делал, потому что нельзя купить. Зато у меня до хрена денег. Хорошо. Мажор. Ух ты. А Идрис прислал тебе подарок корзина с розами. Прикольно, спасибо. Ты выполнил задание, первые успехи. Отлично. Ух ты, тут подписчики мои есть. Круто, ребята. Так, давайте поздороваемся. Так, тут можно со своими подписчиками общаться. Ух ты, прислал тебе подарок копилка мелочи. Хорошо. Прикольно. Тут тусовка. А, не все могу прочитать. Давайте познакомимся. Классно. Тут прям тусу можно организовать. Вы, наверное, клацанье не слишком слышите. Не знаю, когда видео смотрите. А, блин, правда, тут у меня маленькая квартирка. Квартирка не обустроена. А, не все успел прочитать, к сожалению. А, ты сам нашел эту игру или кто-то сказал? Изначально сам.
Я давно не играл. Круто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть человек здесь. А, да, я сделал донат. Сто шестьдесят на мне там. Ну круто, хотя пообщаемся с подписчиками. Дарыди, снимай Контрасити. Это я, Идрис. Снимай Контрасити, завтра будет. Да, народ подтягивается. Подари мне VIP, я не знаю, как подарить. Подарки. Подарить VIP. О, ребят, блин. Но Юрий так хочет. Ура, советую купить смертобой. Смертобой? Я не вижу, я не вижу. А еще, да, ты в серии. На 5 дней VIP. Давайте познакомимся. Статус VIP подарили. А можно я в серии буду? Да, вы в серии. Фотопленка. А, все хотят познакомиться, круто. Блин, мне надо как-то расширить комнату, что ли. Чтобы купить еще одну комнату, тебе нужен третий уровень. Так, фонтан мне подарили. Ух ты, тут кто-то что-то делает. Помогает мне в уборке. Блин, мне, чтобы комнату расширить. Не-не-не, на улице не ходи. Я написал, нет. Так, мне нужен третий уровень, чтобы расшириться. А, так, предлагают перемирие. Ах ты, блин, я ничего не нажал. Не успел. Я даже не переоделся. Мне уже гости. А для тебя сейчас задания легкие. Выполнить задание, так понимаю. Помирились? А, блин, ну нет же. Подарок, спасибочки. Прикольно, можно общаться. Я какой-то это. Переодеться и побриться. Да уж, персаку-то я создал. А как это сделать, интересно? Магазин. Одежда. Вид майка какая-то. Шесть, давайте купим. VIP статуса только. Угу.
А, мы что-нибудь другое найдем. Давайте тебя вот. Нет. Не тебя, не тебя, что-нибудь. Что-нибудь реально крутое. Вот. Татуировку вообще я бы убрал. Не знаю, мне вот это не нравится с пауком. О чем я раньше думал? Так, хорошо, давайте тебя купим. Хорошо. Популярные есть какие-то. А как сменить образ? Аксессуары. Так, круто, сколько знакомых там много. Комбинезон, правда. Блин, правда. Мне... А как скин? А как. Как прическу поменять лицо? Сейчас поменяем, ребят. Внизу, там, где мальчик нарисован. А, вот он. Все, хорошо. Сейчас мы сбреемся. Так, я думаю, так, глаза давайте выберем. Нормальный. Нет, 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 нет. Я думаю, вот эти сами нормальные глаза. Так, брови. Так, ну так-то лучше будет прическа. Давайте прическу нормально сделаем. Нет, не то. Сейчас что-нибудь подберем нормальное. Это мне тоже не нравится. Вот это у меня это слишком какая-то простая. Вот это классная. Так, ну это самая начальная какая-то, ее все замечают. Не, они мне не нравятся. Но вот это мне больше всего нравится. Как будет так. Бороды и усы. Породка. Так, ну хотя бы вот это давайте сделаем. Пускай будет вот так. А, 590. Так, ну вроде все, так получше будет. Так, так получше. Да. Да, снимаю. Да, я снимаю. Подписчица, блин, у меня денег мало. Я один раз уже дал. Ребятки, я не могу всем раздать VIP, я без всего останусь. Ты дед. Так, это я. Да-да-да, снимаю. Надо было нам бы комнату купить. Давайте попросим их. Сколько человек тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь человек. Да, конечно, давайте познакомимся. Сколько много знакомых.
Или больше тут уже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ух ты, блин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, восемь. 68 уровень. Нет, у меня 70 есть. Хорошо, давайте подарим. Подарим VIP. Так, поздравить. Поздравить. Чё все зависло? Поздравил, блин. И куда меня перебрасывает? Два вива, ребят, подарил в серии. Но если меня все будут просить вип, ребят, я банкротом стану, потому что у меня еще много других игр, на которые я буду хотел бы сделать донат. Ух ты, это где я? Круто. Крутой диван, нифига себе. Идрис пришел к нам. Сломать? Нет, ладно, не будем ломать. Прикольно тут. Привет. Ну так покруче выглядит. Так, что тут можно сделать? Еще раз привет. Да, привет, привет. Все теперь тут. Свадьбу делать. А, ты делаешь мне предложение? Так, о, меня обнимают, круто. Сколько раз надо обняться нам? Просто сказала. Так, ладно. Мишка, какой большой Мишка. Круто. Какой большой Мишка. В кафешку? А, в кафешку пойдем. Ух ты! Плюшевый медведь мне подарили, спасибо. Серый выйдет. Еще один подарок. Замечательно. Че, в кафешку идем или нет? Интересно, надо написать. Хороший способ пообщаться с друзьями. Я так стану скоро богатым. Так, ну что ж, в кафе идем. А, давайте выберем место. Все деньги потратил. Закупил я себе толстовку. О, еще один. Копилка. Копилка для мелочи. Дирол. Реклама такая. Телекро... Че, это будет всегда показывать? Может, сменит картинку? Так, а... Комфорт, нифига себе, хороший комфорт. А, вот места. Давайте пойдем в кафе. Рамку дали мне, подарили, хорошо. Примем. Итак, где мы? А вот и кафе. Можно поздороваться всех. Со всеми. Так, где мои друзья? Я думаю, они сейчас подтянутся. Меня тут кто-нибудь знает, нет? Я не Дима Билан.
А, надо какой-нибудь столик занять, что ли? О, вот, отлично. Идрис. Да, нам действительно нужен банкетный столик. Официант принесет подарок. Круто, спасибо. Пассивки. Пассивки, круто. Так. Привет. А, так, у тебя видосы на страничке будут? Нет. Ну ладно, будет, будет, ладно. Так, хорошо будет. Да, снимаю. Мне, знаете, как лучше? А, чтобы я говорил, это все как бы писалось само. Ну, может, тут нет, да, такого, наверное. Зато есть крутые смайлы тут. Че, можно смайл посылать? А как? А, вот, я посылал смайлы. Пока-пока. Что тут можно еще делать, интересно? Посидели мы в кафешке. О, хотел в гости сходить, ну ладно. Пойдемте тогда уже домой. Может, там что-нибудь успеем сделать. Правда, денег нет, но у меня серебра много. Давайте подарим. У меня же есть. Всем подарки бесплатные. А все больше нельзя, да? Ну ладно. Так, все уже у меня. Что мы тут можем сделать? Магазин. Инвентарь. Нет, это не то. Мебель. Давайте мебель посмотрим. Комфорт. Штатив. Фотостудия. А, коллекции. Популярно. Ну, это тут все из ВИПа. Гостиная. Что из гостиной тут можно поставить? Может, диван? А, дорого стоит диван. А здесь за серебро тут что есть вообще? Тут очень много за золото, что есть. Кстати, в основном тут за золото. Мне пишут, я не успею сейчас ответить. Каким диван, что ли? Я не вижу, что можно поставить что-нибудь крутое. Стеклянный стол. Всегда хотел себе стеклянный стол. Отлично. А, у меня уже есть один стеклянный стол. Так, я съел. А вот он мой инвентарь, я так понимаю. А, отлично, еще вазу мне подарили. Поставка из стекла. Как тебе поставить-то? Ребята, как ставить? Я не знаю. Или это только в гостиную можно ставить? У меня нет гостиной, что ли? Ты сам голоса уложишь. А, ну иногда, да. Тысяча восемьсот. А что-то она купила. Не успел прочитать, что.
Как я ложу, много всяких способов там есть. Везет нам. Задонатила она. Круто. Ютубером. Мебель, техника, свадебный магазин. Вот я бы из мебели что-нибудь, блин. Япония, что-нибудь из Японии, ну-ка. Пришельцы, принцесса. Да, конечно. Книга джунглей. Давайте возьмем. Тут для всего нужен VIP. Фотостудия, больница. Да, мне не хватит. А за серебро можно посмотреть, что тут вообще есть из популярного. Блин. Распродажи коллекции. Интерьер, давайте интерьер за серебро посмотрим. Что тут можно вообще взять? Стены, двери, полы, декор, ковер какой-нибудь, светильник. Ух ты, крутой светильник. Спальня. Так, кровать, кровать, кровать. Нужна ли нам кровать? Вот это, наверное, круто. Не, вот это. Да-да-да, она крутая. Теперь зайдем в инвентарь. Попробуем тебе поставить. Почему я не могу поставить? Почему я ничего не могу поставить нафиг? Так, еще кто-то пришел. А, Юрий пришел. Так, я думаю, мне пишут ответ. Слева там есть. Самое первое. Редактор комнаты. Слева там есть самое первое возле места. Нажимаешь на VIP, потом твоя комната. У меня нету VIP. Так, примем подарок. Инвентарь, мастерская. Это все не то. О, блин, я немножко устал, ребят, спать просто хочу сильно. Так, инвентарь. Можно использовать предметы. Так, я могу как-то переставлять их. Новые возможности дают VIP. Подарки. Сделать подарок. Это что, это бесплатно, что ли? В конкурсе на 100 голосов. Круто. Что у нас тут? Тут я могу переодеться. Что такое? Пистолет-пулемет Тони. Я бы взял его, нужен VIP. Возможно, с вами потом VIP возьмем, если всем игра понравится. Вот, я думаю, стоит попрощаться с ребятками.
Правда, ничего. Пишите, в общем, в комментарии, что тут можно делать. Пишите в комментариях, ребят, что можно делать в игрушке Аватария, что бы вы хотели видеть, может, что-нибудь хотели, чтобы я купил, или еще что-нибудь. Я почитаю ваши комментарии, постараюсь это сделать. И, видимо, чтобы сделать интерьер как-то, комнаты новую купить, чтобы у нас более большая квартира была. А мне надо, наверное, VIP-статус. Выгодные предложения, так что давайте посмотрим. Ух ты. Я хотел купить, не получилось. А что-то еще есть из выгодных предложений? Ну-ка. Скидка на комплект. А, ну это вот это, да? А, вступи в группу и получи золото 10. Золотых можно получить. Рейтинги задания, это мы все повыполняем в другой серии. В общем, я потом почитаю ваши комментарии. Прислушаюсь к вам и обязательно это постараюсь сделать. Ну, кажется, всем удачи, ребят. Всем до скорого. Пока-пока.